Всем привет! Давно особо ничего не снимал. Сейчас полностью занят ремонтом. Он в данном случае в кухне. Покрытие бетон-контактом. Кому интересно будет. Холодильник весь в черном. Уголки великая штука. Кто их придумал, надо отдать должное. Железный металлический уголок. Где-то у меня обрезки еще валялись. Сейчас покажу попозже. Позволяет здесь. Вынут был полностью дверной проем. Здесь такая дверь выезжала. Ну вот это то, что также уголки поставил. Все это еще сохнет. Потолок на первый слой. После опять же бетон контакта. Вот так вот он выглядит. То есть тут следы грибка, а вот это вот розовое. Это все бетон контакт. Это чтобы не надо было долбить все это, делать насечку. Очень сильно облегчает жизнь. Мои шпателя. Отличная штука. В работе себя показывают замечательно. До сих пор ровные. Надеюсь, это все видно. В общем, занялся капитальным ремонтом. И шпаклевки, кому интересно. Вот что применяю. Гипсовая шпаклевка. Такая. Knauf Monstart. Такая вот. Ну, шитрок там на отделку пойдет. Тоже финишем будет. Пока вот такой уголок, кстати. Кому интересно будет. Замечательная штука. Не надо, как раньше, с деревяшками мучиться, выравнивать откосы. Вот это все выглядело, ну, очень ужасно. С полукруглые. Все-таки в советское время строили, конечно. Просто лень всем было, наверное, что-то делать. Что, по ремонту? Сейчас вот с бритвами жду поступления камней. Довольно сильно потратился. Ну, ремонт еще, конечно, съезд. Сюда будем ставить строимую технику. Вот здесь был от газовой плиты из кафеля. Фартук так называемый. Все это снесли. Довольно легко причем. Вот, в общем, мучает погода у нас. Замечательное. Вот то, что сейчас градусов, наверное, 27. Вот такое вот. Горы. Прямо из окна. Вечно зеленые растения. Так что весь погряз в ремонте. Задел эту дурацкую вентиляцию от соседей. Она у нас вообще не работает. Но принцип такой, что соседи что-то жарят. И вентиляция идет наверх. Я живу на четвертом. И вот эта вся кака летит ко мне. Так как у меня окно сильно открыто. Благо окна. Ну вот, раздвижного типа. Все это надоело. Все это сначала заклеивал. Сейчас решил просто это все штукатуркой заделать. В результате заделал штукатуркой. Так что вот весь в ремонте. Еще коридор надо будет сделать. Там тоже мрак. В общем, немного ни до чего. Сейчас заказы поступают. Особенно пишут в почту надо. Конечно, постараюсь все сделать. Но вот я говорю, процесс тут еще недели на полторы. Возни, не считаю, работы. Что хочу сказать еще. Вот бетон-контакт штука офигенная, конечно. Не надо делать еще раз, опять же, насечку там, штукатурить, снимать краску, слой. Он тут на раз сейчас. Положена шпаклевка, ну, она еще видна пятнами, там слой там миллиметра два, может, максимум. Вот уголок, опять же, повторюсь, блин, великое изобретение. Настолько легче становится все это. Так что никуда не пропал. Надеюсь, в ближайшее видео время что-нибудь сниму еще. Много всего есть снимать, но времени абсолютно нет. Сейчас очень много работы. Будь оно неладно. Ну и так, по хозяйству много-много всего.
Всем удачи, всем пока.